Здравствуйте! Сегодня снова рубрика «Проба пива» и я, Иван Балтик. Как вы могли заметить, я отсутствовал некоторое время и был на отдыхе в Турции. К сожалению, да, в принципе, может быть, и не к особому сожалению, мне не удалось потестировать местные сорта турецкого пива, потому что в отеле... Кроме стандартного разливного эфеса из-под крана, который наливает бармен, ничего не было. Бутылочные сорта можно было, конечно, купить в магазине. Но, в принципе, выбор там есть своих оригинальных сортов. Но, как бы сказать, получается они не очень бюджетно. Поэтому мы возобновляем свою деятельность уже здесь, на родине. И будем тестировать то пиво, которое продается в магазинах моего родного города, города Архангельска. Что ж, на этом мы заканчиваем вступление и будем приступать уже непосредственно к тестированию пива. Наш ждет анонс. Вот такого напитка, который появился в магазинах торговой сети шаговой доступности пива специально для Сергея Шнурова. Итак, ждите выпуск, посвященный дегустации этого пива. Всего доброго, до скорой встреч. С вами была Проба пива. И я, Иван Балтиков.